Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы распаковываем солдатиков. Так. Можно уже порвать. Так. Ага. Угу. Так, дальше распаковываем. О, собака. Да, ты прав, собака. Так. Еще дальше распаковываем. Да, сначала нужно... Так. Сейчас. Ссылка на солдатиков будет в описании. Да. Мы солдатиков убрали уши. Все, всем пока. Всем пока. Много коробок всяких. Так. Что-то много здесь человечков. Не жирно ли будет? Это для мультиков, так. Снимать про Бледова и там других. Так. Собираем этого. Ну, оно не пахнет, но немножко такой запах. И этой пластмассы. Я много человечков видел, Лего. И скажу, что это пластмасса. Если я ошибаюсь. Не знаю. Так, бронежилет его. Или что это? А, наоборот. Вот так это называется. Ну и осталось руки. Руки мы собираем. Так, сейчас. А, пока эту руку соберу. Их что-то очень много. У меня уже вышел. Ну, человечек взрослый. Вот. Вот такой он. А, у нас только тут один автомат же. Так, я пока этого соберу. Тут же только один автомат, папа. Так. Так. А я вот второго. Все. Так, вот все. Вот все. Это кто? Не знаю. Спартак. Не опускается рука. О, какое яйцо. Так, здесь еще есть запасная рука. Так, дальше. Так, вот. Только у него руки не так, а вот так вот. Так, еще один у нас. Еще вот такой вот. И это у нас какой-то гражданин в кепочке. Так это прохожий, ты... А, это не прохожий. У меня уже другой получился, вот он. Так, а он мне еще собрать. Так. Вот такой. Я вот этого еще раз соберу. Столько... Пластики нам не нужны, потому что мы будем снимать фильм про Анатолия Бредова. Так, подвиг. Так. Они только их с усилием нужно туда втыкать. Так. О, жалко, что поводка нет. Ничего где-нибудь найдет. Ну ничего где-нибудь найдется. Так. Третий. Сейчас будем этого делать. И в этого. И этого, и этого. Я буду, короче, троих делать. Так. Вот. Вот такой он у нас, наверное, разведчик. Или офицер. Ну да, или офицер. Так. Я еще ему здесь плащ надену.
вот такой вот. Я уже все сделал за очень за 60 секунд. Плащ я ему надену вот такой вот. Я вот этого еще соберу. Ты что-то шустрый. Так. Столько солдатиков. Вот этого. Ну, здесь их много. Папа, это русский. Так. Так. Сейчас. Так, вот. Специально. Так, и... Руки. Что-то... Угу. И... Я уже этого сделал. Кого мне еще тут сделать? Так. Ой, я женщину упала. Где тут у нас? Так. Ну, такой же, как и... Это только другое лицо. Вот. Так. Я уже это сделал. Где это? Вот. Вот такое у нас. Вот такой. Кого-то еще жилет остался. Может быть от этого? Может быть от... Хотя вот так вот. Угу. Так. Этот, в принципе, похожий. Так. Только руки опять. Нужно сил. Нужно сил прибыть. Так, теперь нужно всем разбирать, какое оружие будет. Нож, лопата. Так, и вот, вот такой мы разбираем, какое оружие у каждого будет. Один уже лежит. Так. Это как бы будет у этого. Вот. А она будет с ножиком таким? Что ли? Так. Дайте хоть какой-нибудь ей автомат. Ну, ножик. Ножик. Нормально же. Автоматы дайте, то есть пистолет. У нас автомат уже остался, только не понимаю, куда остальное. Что, такие пистолеты у командира были? Я только не могу понять, что это такое. Гранатомет? А, да, гранатомет. А вот отсюда стреляет. Так, какой-нибудь автоматом, дайте ему какой-нибудь автомат. Все, какой? Автоматы кончились. Ну, ему да. Гранатомет еще, наверное. Как он заряжается? А, вот, вот так, наверное. Еще не забудьте про собак. Только как ее? Да, жалко, что она не цветная. Только коричневая. Так. Этого вот гранатометчика. О, вот еще один автомат остался. Стой, стой, стой. Он сломанный. И все должны вот так автоматы. А другие могут и вот так. Так. Так, сейчас. Сейчас. Так. Это береты, что ли? Да. Как? Ты?
А что, не похож, что ли? Это кто? Это тот, кто смотрит в бинокль. Так. Вот. А класть-то надо кому-то. Ну, давай. Давай. Этому. Нет. А давай кто тут, кто в этих? Давай кто тут. 12 человек и 13-я собака. Угу. Еще. Вот такой набор. У нас 12 человечков, да. Будет, потом еще немцы, а потом еще вроде пару шутисты там. Всякое. Ссылка на солдатиков будет в описании. Да, мы солдатиков убрали уши. Все, всем пока. Всем пока.